Это рубрика «Ювелирные украшения». А, привет тебе, Оксана Уфимцева. Костюм Берида. Это действительно костюм, милые телезрители. Все-таки в домашней моде тоже очень важен блеск. Важна красота. Внимание, первое появление на телеканале «Шоп-н-шоу». И это действительно целый костюм. Сегодня, делая свою покупку, выбирая новинку телеканала, вы еще получаете бесплатную доставку. Держи, что я прикрылась, я же в нем. Да, ты действительно в нем. И у нас, кстати, есть несколько цветов костюма Берида. Интересное очень название. А, здесь вы видите, например, на Ольге, посмотрите, глубокий винный цвет. Ну, что еще мне очень нравится, ткань, она на самом деле очень приятная, она мягкая, тактильное ощущение. Да, но вы обратите еще внимание, вы еще крупно посмотрите, мы обязательно приблизим. Здесь у нас ткань меланжированная, очень эффектно смотрится. Да, слушай, я еще в нем стройная почему-то. Я побоялась, думаю, так, без каблуков нельзя, буду толстенькая, маленькая. А одела, посмотрела на себя в зеркало, думаю, а я ничего еще и без каблуков. Друзья, 3499 рублей однозначно, несмотря на то, что провязанный, можно сказать, наш костюм объема точно не добавляет, а наоборот, скрадывает все недостатки и подчеркивает достоинство. Вот в этом, на этом уровне как раз очень четко расположены стразы. Давай сейчас расскажем, какие цвета у нас есть в наличии. И всего у нас 4 цвета. На Ольге у нас бордовый цвет. Сейчас вы видите необыкновенно нежный пудровый цвет. Вот я для себя, например, выбираю именно его. Мне он очень понравился. Тебе идет. Да. Также у нас есть серый цвет Ольги в руках и яркий цвет сиреневый. Посмотрите, какие краски. Ну, в заказе у нас называется лиловый. Поэтому смотрите, выбирайте, какой вам больше нравится. Все 4 цвета вы сейчас видите перед собой. А может не один? А может быть, 2 для себя и в подарок. Может, для доченьки или для мамочки. Выбирайте костюм Берида и получайте удовольствие от внешней красоты. Ну, посмотрите, костюмы, какие они у нас сейчас? Либо комфортные, либо красивые. Вот третьего не дано. Вот знаешь, не бывает такого идеального коктейля, чтобы и красота, и комфорт, и все в одном. Ну, посмотрите, какие красивые девочки, как им хорошо, они улыбаются от того, что им очень приятно. Давай про ткань, срочно про ткань, потому что она здесь особенная. Вроде бы тепленькая, вроде бы провязанная, но она такая мягенькая и очень приятная. Скажи, пожалуйста, тянется или нет, и как выбрать размер? Ну, давайте мы поговорим, конечно же, о ткани. Ткань действительно мягкая, приятная, вязаное полотно, оно меланжированное, комфортное. И действительно, когда его трогаешь, ощущение, что это какая-то вот детская одежда, да, вот такое приятное. Да, очень приятное. Да, ну, для того, чтобы понять, как оно будет на вас сидеть, конечно же, надо знать, будет эта ткань тянуться или нет. Давай. Сейчас вы пока можете полюбоваться невероятным украшением, вот такой вот золотой полоской. Действительно, она вся усыпана стразами. Слушай, ну пока показывают вот это украшение, многие телезрители сейчас скажут: о, нет, нет, это, конечно, красиво все, но это, я знаю, одноразово, один раз постирала, и все, в итоге обычный костюм достану из стиральной машинки. Вот, Аня, сейчас нужно четко заявить нашим телезрителям, потеряются ли стразы, потеряется ли блеск. Нет, Олечка, не потеряются ни стразы, ни блеск. Здесь все будет у вас держаться просто на века. И давайте заглянем внутрь. Посмотрите, вы видите вот эти маленькие-маленькие точечки металлические? Видите? Вот это вот и есть гарантия того, что наши украшения всегда будут с вами. Посмотрите, вот они у нас с вами. Между прочим, каждое украшение крепится металлической клепкой. Знаешь, как кнопки прибиваются? Да-да-да, вот точно, то есть изнутри фиксируются. Да, изнутри фиксируются. Ну, а если говорить вот об этом украшении со стразами, вы обратили внимание, что здесь у нас с вами это на полотне сделано, но полотно силиконовое. Силиконовое? То есть в это силиконовое полотно вдавлены все вот эти вот золотые и блестящие стразы. Вы посмотрите. А это значит, что они будут всегда держаться надежно. Ага. Ну, конечно, когда вы будете стирать, лучше выворачивать наизнанку. Слушай, ну это здорово. Знаешь, если бы каждую стразинку приклеили, маленький-маленький, конечно, есть, была бы вероятность, что они отлетели. А в данном случае такая вероятность настолько мала, что точно не потеряем. Внимание на экран! Костюм Берида в 4 цветах, но пока 3 цвета сейчас на ваших экранах. Я не зря, девчонка, вышла, я маленькая, вы высокие, но я не переживаю из-за этого, потому что этот костюм смотрится шикарно и на мне, и на девчонках. Смотрите, я завязала, здесь вот есть такой вот интересный нюанс. Ну, ты завязала свободно, да? Угу. Посмотри, можно по-разному действительно выглядеть в этом костюме. Ну, например, Ольга завязывает, и Люба у нас тоже завязывает нижнюю часть. Создается некий такой вот фалт здесь появляется, угу. Да, такая небольшая
небольшая драпировка. Между прочим, этот маленький нюанс, он будет вас стройнить и скрывать проблемные зоны в области живота. А у меня нет проблем, этого незаметно, поэтому можно об этом и не говорить. Вы знаете, ну настолько я себе нравлюсь в этом костюме, девчонки, я не знаю, как вы себя ощущаете. Я себя вообще-то прям вот постройневший килограмм на 10 минимум. Живота нет, здесь все нормально, на месте, ручки стройненькие, ножки даже тоже стройненькие стали. И кармашки мне нравятся, мне нравится вот этот уют, который пропитан наш костюм, да? Да, костюм действительно пропитан уютом, но не только, еще и гламуром. Он действительно очень интересного качества. Он действительно блеск, стразы, но все достаточно умеренно. Мне это очень нравится. Вы уже обратили внимание, что и на брючках у нас тоже карманы украшены стразами. Mm-hmm. Кстати, тоже там у нас все это насквозь проклепано. Ну, девчонки, давайте вот сейчас вот еще сделаем для моей мамы проходочку. Сейчас быстренько, смотрите, 3, 2, 1, стразы посмотрели, посмотрели, 4 цвета на выбор, размер от 48-го до 62-го, 3499 рублей. Давай поменяем с тобой местами, а то я смешно смотрюсь. Вот, вот так нормально. Типа я подальше, поэтому поменьше. Давайте с правой ноги вперед, три шага и назад, как всегда. Мамочка, смотри, сейчас будет и спереди. Пошли, пошли. Раз, два, три, поворачиваемся и сзади. Рассматриваем костюм. Мы хороши везде. И стройные тоже. Ну что ж, костюм 3499 рублей. 4 цвета на выбор. И давайте сейчас посмотрим, насколько комфортно здесь нашему животику. Нам-то комфортно, но надо людям-то показать, Анечка. О, как животику вашему будет комфортно. Мне нравится, что у нас есть эластичная лента в поясе, она вставлена. Она достаточно широкая. Посмотрите, как она хорошо тянется. Это значит, что вам будет очень и очень комфортно. Угу. Ну и, конечно же, глубокая посадка обеспечивает нам то, что наш животик будет внутри, не будут штанишки под животик закатываться и не будет, знаешь, такого образовываться спасательного круга. Никакого спасательного круга. Сделайте для себя подарок, ощутите все преимущества этого костюма. Вы знаете, когда для себя выбираешь спортивный костюм, он достаточно теплый. В данном случае он вот так, как нужно, да, девчонки? Вот прям вот не жарко, не вот так, как нужно. Такое ощущение, что вот сейчас нас повсюду обнимают заботливые нежные ручки. Правда? Да, мне очень нравится этот костюм. Мне на самом деле очень хочется показать, как он внутри у нас устроен. Мне очень нравится, что здесь, знаешь, лишних тканей нету. Здесь играют производители одной и той же ткани, только выворачивая ее в одном случае на лицо, в другом наизнанку. Тем самым у нас костюм выглядит достаточно интересно, потому что, например, у такого вот пудрового цвета костюма изнаночная часть более розовая. И здесь мы как раз видим, что, вывернув ее наизнанку, мы получаем отделочные элементы. И мне, знаете, что еще понравилось? Что здесь у нас с вами идеально будет подходить на любой рост. Вы видите, манжета у нас есть внизу. Угу. Именно она будет, вот, например, как на Ольге, да? Ольге невысокий рост, но вы заметили, ей не надо бежать в ателье и подшивать спортивные брюки. Брюки не нужно подворачивать, брюки не нужно вышивать. Вы знаешь, универсальная длина и для высоких девчонок, и для маленьких женщин, созданных для любви.